В Новом Уренгое полным ходом идет ремонт межквартальных и дворовых проездов. Замена дорожного полотна будет вестись до конца августа. Все это время участки, подлежащие ремонту, будут закрыты для движения автотранспорта. В ближайшие недели подрядным организациям предстоит выровнять и уплотнить грунт на улицах Молодежной и Ватолина, а также постелить свежий асфальт. Открыть участки дорог планируют к концу июля. Где проходят дорожные работы и что уже сделано, узнавала наша съемочная группа. Слово Наталье Худяевой. Старое покрытие уже снято. Прежде чем здесь положат новый асфальт, площадку выровняют, закатают и засыплют щебнем. А пока там, где не справляется техника, работают люди. С помощью ломов и лопат дорожники устанавливают бордюры. Сейчас здесь все перерыто, ходить просто невозможно. Для того, чтобы перебраться на противоположную сторону, необходимо проявить ловкость и сноровку. На улице Молодежная также продолжаются дорожные работы. На перекрытом участке общей протяженностью почти в километр уложили бордюры, подготовили полотно к дальнейшей засыпке асфальта. Приступят к этому уже в субботу. Выполнить работы строители обещают сроки до 25 августа. Единственные неудобства, с которыми приходится сталкиваться дорожникам – брошенный и припаркованный транспорт. Очень тревожит нас водитель личный транспорт, где были вывешены объявления на каждом подъезде. И они не убирают свои. Кто-то в отпуск уехал, кто-то неисправная машина. И вызываем эвакуатор. Вот. И свидетели, естественно. И переставляем эти машинки в другое место. Безопасное для них и для нас. Силами другой подрядной организации «Уренгойдорстрой» ведутся дорожные работы по улицам Захаренкова, Сибирская и Ватолина. За 2,5 месяца она должна привести в порядок примерно 5 километров дорожного полотна. Как признали специалисты компании, самый трудный участок работ – микрорайон «Оптимистов». Сложности заключаются в том, что везде проходят подземные коммуникации, сети, которые нужно переустраивать. Они, так сказать, вылазят внезапно, никто о них не знает. И приходится все время пересогласовывать, перепроектировать что-то. Поэтому есть свои сложности. Ремонтные работы на дорогах Нового Уренгоя продлятся до конца августа. А это значит, и специалистам, и горожанам необходимо набраться терпения и постараться идти на уступки друг другу. Одним своевременно выполнять просьбы дорожных строителей, другим не затягивать с ремонтом. Наталья Худяева, Давид Давиташвили, Роман Чернов, служба новостей «Импульс».